Здравствуйте, друзья! Вы на канале Усатый Рыбак. С вами Михаил Андреевич. Вот вышел сегодня с утра половить карася. Возле берега так карп ходит. Я на карпа ничего не взял. Может, на червя клюнет. Или на кук. И вот. Была первая поклевка. Долго не заставил ждать. Ну, может, мелочь. С утра мелочь больше клюет. А потом уже попозже начинает крупный карась. На прошлой рыбалке я хорошие кабаны таскал. До килограмма были караси. У меня есть удочка. Размотаю удочку, брошу. Карп как раз ходит близко. Клевочка. Есть карась, наверное. Плотва. Пока отходил, все удочки клевали. Посмотрим, что там. Плотвичка маленькая. А клевочка есть. Что-то есть. Карась. Неплохой карась. Неплохой карасик.
здесь что-то. Наверное, плотвичка. О, ёрш. Хорошее что-то, наверное. О, траву не пускать, не пускать. Траву, давай, иди сюда. Эй, крапивки набрал. Давай, давай, давай. Смотрите, какой карпик маленький попался. Сейчас мы его выпустим. Пусть подрастает. Давай, давай, карпичок, лови. Опа, пошел. Куда, туда, куда под берег? Да. Вот левочка была. Карасик. Была поклевочка. Сейчас смотрим, что холостой. Клёвка. Не знаю, опоздал. Ну, есть карась. Пошел. Бьет. Надо быстро тянуть, ныряет в траву.
Смотрите-ка. Опять ёрш. Поклевочка. Это что-то тяжелое. Или травы набрал. Нет, это раз получше уже. Надо быстрее ее в эту траву. Давай. А, это окунь. Окунь, думаю, что такое большой окунь. Окунь клюнула червя. Опять поклевочка. Наверное, хвостая. Опять поклевочка. Наверное, хвостая. Нет, что-то есть.